Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Tomb Raider нашего, в общем, 13-го года. И это у нас уже, в общем, предпоследняя часть, так что, в общем, такие дела. В общем, все я себе, как видите, здесь, да, прокачал. В общем, я вам уже, в общем, договорил, что я все это делал охотой. То есть, соответственно, да, еще, естественно, валил людей, потому что тут на некоторых картах, грубо говоря, обновляются. Вот я, естественно, это использовал и, в общем, чуть-чуть, скажем так, пособирал себе ресурсы, все себе, в общем, попрокачал, скажем так, перед финалом нашим. Вот сейчас у нас будет заставочка, я пока что замолкаю на время. Lara, what do you expect to find in there? Do you really want to know? No, but you should tell me anyway. There's the soul of an ancient sun queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. Ну давай попробуем. Пистолет у нас какой, а? Right. Let's go. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Lara. Так, и вообще это у нас, да, это у нас, если что, последняя часть с этими самыми, с коллекциями, скажем так. То есть следующая часть у нас же коллекции не будет никаких, там у нас же полный Кшонович пойдет. Вот там еще чуть-чуть, скажем так, с вами пройдем, естественно. Ну, осталось нам, по сути, вот эта вот последняя локация, и все. Так-то по ходу игры. Так, сейчас мы тут аккуратненько, так... Ага, а вот и наши товарищи, блин. Who are these? The Storm God. People. They guard the monastery. They wait only to be introduced to their new queen by the one who brought her back to us. Of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh no. Дурачок, что могу сказать? Your queen. What is it, Japanese? Your Joe. My no! Ну я продолжу. Полетели. Как видите, еще, в общем, да, эта часть у нас не особо такая уж прям длинная по хронометражу. Как, в общем-то, в принципе, да, как я говорю, в общем, и следующее будет. То есть у нас такие довольно две коротенькие, но... Соответственно, это у нас вообще уже последнее по поводу собирателей всех. То есть мы уже, в принципе, да, вообще все, что можно в игре, собрали. Так... Сейчас давай тут аккуратненько проходить.
clean after all these years. Боеприпасы всякие. Ну, здесь, в принципе, тоже много будет экшона, если что. Так, блин. У вас, ребят, что-то тут как-то очень сильно дофига, не? Так, ну, тихо. Надо было положить, пока ты уйдешь, да, наверное. Ага. Окей. Так, давай это. Огненное. Цитадель. Здоровые тут, да, у них? Ладно, это аккуратненько. Ходить. Ну, вот мне интересно, как они меня на лестнице не заметили, а? Серьезно? Или им так это сильно шлемы мешают, мне интересно? По идее, я когда вот шел бы по лестнице, они очень хорошо меня запалить могли. Так, опыт... Еще и вот здесь, ну вообще. То есть я у них прямо над головами хожу, они, видите ли, меня не видят, да? Верю. Что могу сказать, верю. Охотно в это верю, блин. На самом деле вообще нет. Так, тут чё? Храм-то такой, блин, прикольный довольно, да? Такой красивый. Неужели? Не появился мозг. Видите ли? Когда уже только что-то пролез. Мне, конечно, очень сильно печально. Заметили, блин. Неужели? Так. Да. Ну, конечно. Да, ну, конечно, господи. How can he be alive after all this time? Что-то, ребят, вообще ни о чем, если честно. Как-то я от вас реально гораздо большего ждал. Ну, хотя, в принципе, да, у меня, конечно, Лара уже полностью вообще прокачана, и что тут еще ждал-то? Это какой-то, как во всех вообще, не знаю, как в Скайриме, не знаю, да, том же самом. В котором, если ты, не знаю, прокачанный, тут тебе вообще все настолько пофигу, мне кажется. В принципе, не особо удивительно. Лагерь. И здесь вот сейчас я, по-моему, как раз себе эту картографию, да, прокачаю уже. Картографию, да, вот она у нас одна осталась. Я, в принципе, да, говорил, что я именно последнюю прокачаю. В этом наших скиллах во всех. Потому что, по сути, это самый такой бесполезный навык. Он очень, грубо говоря, это обесценивает поиски вообще всех карт. Ну а так как здесь у нас, в принципе, последняя зона, и по сути своя карта здесь как бы в самом начале лежит на этой зоне, то как бы не вижу смысла мне все-таки не качнуть. Конец-то уж. Ну и плюс за это, да, еще до достижений там, по-моему, да, как бы это получается. Сам! Сам!
Так, вот здесь вот сейчас, по-моему, у нас будет этот самый ресурсы наверху висеть. Вот здесь вот где-то. Так, ну да. Ну, в принципе, по сути, свои ресурсы нам уже тоже как-то не нужны. Вообще. По-хорошему-то. Но я их так это все-таки подбираю. Потому что почему бы нет, правда? Ресурсы. Мы уже, по сути, свои, да, все, я повторюсь, знаете, себе прокачал. Вот это все охота. Это, конечно, было довольно долго, но я, если честно, думал, что это будет гораздо дольше у меня. Вот именно вся вот эта охота занимать. Времени. Барабанят, погляди. Так, вот наш храм. Как раз то место, куда нам как раз таки надо с вами пробраться. Так, ну погнали. Пацаны и дамы. Ага. Да, сейчас было не вовремя перезарядка. Совсем не вовремя. Они хорошо так стреляют, да, смотрю. Хорош. Так, и все. Что-то у вас как-то маловато, ребят, для финала. Так, что еще на тебе есть, на тебе есть. Еще на тебе есть. Я уже так, знаете, по этой по привычке просто их всех отбираю. Я же знаю, да, что мне уже ресурсы абсолютно не нужны, но раздаю, то почему их не взять. Конечно, красными бочками еще в меня кидаются. Гляди, как я. Вообще бессмертные просто. Это было рановато. Это было поздновато. Так, там еще один, по-моему, точно остался. Ага. Я вот тебя-то имею в виду. Какие мы страшные-то. Нормально.
Так, вроде бы на этом все, да? Я так понимаю, с этим секшоном мы тут закончили. На этом моменте. Сейчас, наверное, всех отберем. И, собственно говоря, пойдем в храм. В храме у нас, да, если что, все эти собираловки на эту часть будут. И, в принципе, на этом все. У нас, по сути, своя часть уже это закончится. Уже, да, там вот конец храма как раз-таки. Так, один у нас остался, да? Так, все. Вроде бы все тут взяли, что можно было. Гранатки, боеприпасы, что нам там надо? Нет. У нас еще и патроны вообще завались. Вообще красота. Только, блин, сундуки с патронами лежат, ты гляди. Которые нам вообще не нужны, да? Так, и вот здесь вот, собственно говоря, у нас... Так, еще один здоровый дядька. Ага. Не, ну вот он дает, конечно. Он такой здоровый, видите ли, а его просто это обычный... Обычной доской сбивает, да? Бывает, что могу сказать, бывает. Так, артефактик. This Chinese earthenware is thousands of years old. Could they have visited this island before the rise of Yamatai? Так, ну внизу тут ничего нету. Да. Так, тут у нас лагерь еще. И еще здесь у нас есть вот дневничок. Документик. We never. Never. Had a chance. They were waiting for us, hundreds of them. We never even made it to the sacred chamber. From the beginning, we were doomed. And now I wait for my ancestors to take me. I can hear them. The only are killing my brothers, eating them, consuming their souls. So much death. I'm the last one. What is my fate? Will I become one of them? Ancestors, hear me. Please, take me away from this, before the Oni come for me. Please, take me to the afterlife. Let me die in peace. Давайте-ка в лагерь посидим немножко. И, собственно говоря, у нас следующая комната. В ней у нас такая загадочка, типа того. Нужно было так слегка мне, если честно, даже подумать по поводу ее решения. Не сразу, в общем, допер. Что тут и как. Так. Значит. Так, вот там, по-моему, у нас наверху как раз лежит карта. Сокровищ. Еще у нас документ. Это, кстати, ученого нашего, да, который нас сюда, в принципе, привел. Так, вот здесь у нас, по-моему... Здесь у нас, по-моему, нету этих самых мешочков. Здесь у нас еще ресурс последний, кстати. Карта. И, собственно говоря... Пойдем забирать. Вон там артефакт у нас внизу лежит. Это там урна какая-то, там ваза. Что-то типа того. I've seen similar artifacts on the banned giant site in Thailand. How did this get all the way to Yamatai? Так, еще и здесь у нас вот наверху лежит. Документ один.
И, в принципе, на этом все. Все мы, в общем-то, с вами взяли. Ну, у нас еще, на самом деле, будет один документ. Well, it had to be done. Уитман. Лара left me no choice. If I thought she could play the game, I might have let her in on my plan. But she doesn't have the grit for this business. She isn't ruthless enough. And this discovery has to be mine. I've crossed the line. It won't look good, so... As unfortunate as it may be, she can't make it off this island. None of them can. And whatever happens with Sam, it just makes this whole story all the more newsworthy. I don't think Matthias or his Solari can be reasoned with, so I'll need to slip away as soon as this ritual is completed. I'll make the perfect sole survivor, returning with the authorities, the cameras, and an appropriately convincing expression of sorrow. Так, и, собственно говоря, вот эта вот загадка. Ну, здесь, на самом деле, решение довольно простое. То есть нам нужно вот, во-первых, вот за вот это потянуть. Рычажок открыть тем самым вот эту вот клетку. И просто тупо раздолбать этой клеткой, в общем, нам проход наверху. То есть мы ее сейчас наверх подтягиваем, и, собственно говоря, нужно, правда, ее отсюда сверху, в общем, то есть и это раскачать. Так, ну, я так понимаю, что нам надо, собственно говоря, вот такое вот сделать сначала. То есть ей раздолбить нам проход наверху. Ага. Вот, а дальше... Дальше у меня лично начались ступники по поводу того, что мне делать дальше. В принципе, ну, естественно, я все это для вас перемотал. То есть я просто что сделал с ней? Там дальше я просто опустил вниз. Вот забрался туда наверх, где у нас эта карта лежала. И там просто ее опять же раскачал, опять же на нее перепрыгнул. И, в принципе, все на этом. Дальше уже особо ничего сложного не было. Вот, в общем, да, перемотал. Она у нас уже, как видите, да, опущена. Мы сейчас все подтягиваем, перепрыгиваем и, собственно говоря, еще тут перепрыгиваем. Вот так все дело и проходится. The Sun Queens. The fire ritual where the queen chooses her successor. Chosen priestess enters the monastery. And she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh God. And now you want Sam. Так, ну и, ребят, в принципе, что хочу на этом сказать. Я, наверное, буду на этом с вами прощаться. У нас, в общем, тут последний сейчас документ будет, последний артефакт. И, в принципе... I have no choice now but to meet my fate. Tonight, I climb the stairs to the Chamber of the Sun. But I will never submit to the ritual. I will not emerge queen. None will ever believe what I now know to be the truth. A twisted evil beyond imagining lives within the Sun Queen. An evil that hungers for more than just the land and seas of Yamatai. This madness cannot continue. So I go to the chamber, armed with the stolen dagger of her Stormguard General. By the time he realizes what I have done, it will be too late. For the sake of Yamatai and all the priestesses that would follow me, I must die. В принципе, ребят, на этом всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, большущее за это все, как обычно, спасибо. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока. Следующая часть у нас, если что, уже финальная, естественно. Так что все. В общем, до скорых встреч. Всем еще раз до свидания.
Satsuma porcelain vase. Probably early Edo period.